А, там... Сейчас я... С интегралом таким... Ну, в смысле, посчитаем. Там у нас вот такой интеграл. А он у вас тут был? Он был. Вначале. Вот где-то здесь мы пойдем. Да? Угу. Да-да-да, вот раз. Ну, место. Ну, налево просто выставил. Ну да, то есть альфа 2 купе. То есть у нас P тут. Вот так. То же самое. Вот. Вот как тут. Вот это все просто на самом деле. Так. А потом конечные результаты еще писали. Да-да-да. Вот мы его сейчас получим. Значит, здесь раскрываем. Дальше то, что не затронет у нас интегрированным ОП, мы доносим. Так, а дальше мы просто до квадрата дополняем. Дальше заметим, что здесь, по сути, все развивается на D таких интегралах, вот как, то есть здесь без индикаторов. По QX, скажем, по QX квадрате, QX, PX, один интеграл будет по QY, и так далее. То есть можно это все рассматривать как, скажем, интеграл по QX. Ну, уходим. Уходим. Тут мы полный квадрат. Так, это будет один квадрат. Плюс альфа 2. Альфа 1.
квадрате. И минус квадрат того, что мы написали, что такое. Когда там будем раскрывать, сколько тут будет. В том смысле, что скорее надо вот сюда отнести, а тут просто сложится и выдавлю не то и не надо. Просто то, вот. Тогда у нас продолжаем здесь будет. А здесь пуассоновский интеграл возникает. Так, в прошлый раз мы писали, сейчас не будет уже. Это уже это. Дальше, это не все, не ответ. Здесь это я загадываю вытащить сюда. Так. Вот это. Так. А здесь переводим к общему, так, и здесь будет Е минус альфа по 2. И поделить на альфа 1 альфа 2. Вот такой вот у нас. Вот. И вот с такого мы как бы стартовали. Это есть, да? Ставлю запись.
Вот. Вот мы как бы здесь. У нас было вот как бы это изначально. Вот с помощью вот этого преобразования вот сводится к такому. Ну, дома под подведете, да, но смысл вот это, то есть оттуда вот как бы берется. Так. Сегодня мы рассмотрим, как аномальный размер рассчитывается в эпсилон изложении. Так, ну программа у нас остается той же самой, значит, я не буду опять повторять, значит, общие соотношения. Напомню, что мы с вами знаем обратную функцию Грина. Затравочную функцию плюс собственно магнетическую часть, связанную с поляризацией окружения. При критической температуре T равно TC у нас окружаем нулевое, которое было так, когда вот это разземляется, то есть это предпорядок становится. Поэтому у вас но с другой стороны эта величина, если жарко. И коэффициент при k в квадрат логарифм k даст нам как раз аномальную размерность. Берем старый гамильтониан Гинзбурга-Ландау, поскольку в силу универсальности достаточно вместо реальных гамильтонианов рассмотреть тот, который дает нужную неподвижную точку, точку Висенс-Каранова, вот как раз Гинзбург-Ландау, самый простейший функционал, который обеспечивает H нулевое. Ингредиент сигма в квадрате. То есть это модель n-векторного поля, да? Сказать n-компонентного поля. Здесь
взаимодействие. Имеет следующее. Это сигма 4. В прошлый раз, когда мы с вами рассматривали вывод, мы предполагали, что взаимодействие обратно пропорционально к числу компонентов вектора. Да? Это ОМ разложение. Один на фоне. Вот здесь этого уже не требуется. В эпсилон изложении мы отказываемся от этого. Но считаем, что у нас взаимодействие пропорционально эпсилон в эпсилон. Есть отклонение размерности от 4. Это рассматривается в качестве нового параметра. Способ предложенный Висоном. То есть в самом взаимодействии он ничего не говорит, самое большое может быть. Но формальные ряды контролируются вот по отклонению от размерности 4. Ну, значит, дальше стандартно, значит, функции Грина вам рассказывали, как, скажем, имея нулевой гамильтониан из функций Грина парных, там сигма. Там, с помощью теории возмущений как определить сэч, собственно, электрическую часть. Поэтому я сразу выписываю ответы какие-нибудь в первом порядке. Но в нулевом порядке ничего не будет понятно. Первый порядок. Диаграмма проявляется. И во втором порядке. Тут две пункты выполнения будет. Теорему Вика только применяет. Здесь теория вся в классических полях. То есть это формально позитеория, то есть никаких там смен знаков не возникает, ни фермионы, поэтому тут все просто достаточно. Теперь сопоставляем график, посмотрим здесь нарисованный. Я их пронумерую. Первая, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Давайте запишем аналитические выражения. Значит, здесь K плюс Q нормально. Это у нас. Симметричным поведением.
Он нам не нужен, просто чтобы понятно было. Так. Сейчас нужно поставить так. Значит, пишем здесь, пунктирной линии ставим минус U, так. Так, уже на любой. Так, ну и по внутреннему импульсу пунктирную линию. Здесь вот как-то надо отметить, что в эпсилон разложения линии взаимодействия не одеваются. То есть в первом порядке возникают и вторая вот линия, они рассматриваются как заправочные взаимодействия. Это означает, что импульсная зависимость нет. В 1N разложении это не так, там мы одевали, да? Поляризационно это не так. Ответы будут разные. Но это схема приближения оптических кабелей. Кто не скажет, какой ответ будет проверить. Вторые. Ну, о каких-то дополнительных множителях я буду говорить по ходу дела. Вот это смотрим. Вот здесь вот импульс току, скажем, обозначим. Здесь будет минус У. Стоять интеграл по внутреннему импульсу. Так. Каждому кольцу добавляем индекс N. Это формально идет суммирование по N компонентам спина. То есть множитель каждому кольцу множитель N. И если можно какой-то элемент диаграммы повернуть вокруг оси без изменения топологии, то еще 1/2 множитель каждому такому элементу. Ну здесь ясно, что это как ключ проворачиваем в замке вот так. Ничего не меняется, поэтому. И берем. Так, ну здесь от этого минусу. От этого минуса получается вот такая. Дальше. Петля есть. Вот она. То есть может или он здесь есть. Так, здесь. Если мы вот так вот переставим местами, ничего не поменяется топология, да? Вот, ну тогда берем ставим уже. И дальше интегрирование ведем. Ну здесь. Так, давайте. У нас, скажем. Так, вот его ставим, спишем. Так, тут у нас. Thank you.
Так, дальше. И три функции. Реально никогда не ошибетесь, если будете считать, это я так рассказываю здесь, как бы, что называется, от ответа. Да. По идее, когда теоретик день и ночь применяет эти диаграммы, то, конечно, зная правила, сразу выписываются диаграммы и аналитика им записывается. Да, то есть как бы на этом строится преимущество. Но в реальности, конечно, так не делают, считают функцию гримма до второго порядка и просто аналитическим выражением сопоставляется диаграмма. Там все знаки возникают. Четверка, пожалуйста. Так, четверка. Вот здесь два раза У. Можно все точнее так. Вот здесь, смотрите, У в квадрате возник. Потом каждый два кольца, то есть Н в квадрате. И два элемента. Можно вот этот независимо повернуть вот так на фокусе, и этот так. Топология не поменяется. То есть одна вторая, одна вторая, одна четверка. Дальше здесь. Ну, здесь возникает, скажем, если это P, это Q, так, и это минус. Ну, функция гривна четко критической точки по. Вернее, вообще четно по направлению курса. Поэтому здесь получается опоздал по F. И опоздал по F. Пятый тоже две линии взаимодействия, поэтому вот подряд сразу возникнет. Можно так поменять кольцо, да, покрутить кольцо. Пополам возникает. Так, дальше импульсы давайте распишем. Так, вот здесь нулевой импульс, поэтому если здесь, да. Так, P. P. так.
это четко, значит, здесь если 0, то это π. То есть тут будет g0 в кубе. Тут нулевой импульс, вот это, как это. Ноль, и у этого ноль. Поэтому сколько входит, сколько выходит у нас. Так. И наконец шестой. Так, ну шестой давайте тут аккуратненько. Подскажем, сюда вошло. Сюда вышло. Подскажем, как. Так. Сюда уходим. Так, тогда здесь будет импульс к принципу. Так, дальше здесь отсюда выходит. Так. Так, тогда здесь пойдет. Так. Так вот надо ее растянуть. Так, она не будет. Так. У нас. У нас. Первая встреча у нас соединяется. Так, а вторая соединяется с чем? Вот такая. Thank you.
сгоняет с интеграцией. Будет сюда же каплю с куплю с п. Сейчас вот, думал, что за сон сохранение выскочит. Вот так. Сумма входящих импульсов. Так, это вершина. И вот это. Так, импульс такой первый, это 0. Что у нас получается? Какая равна к 1? Так. Так, давайте оставим, как перечик сделаем. Там сейчас кино. Да, там, смотрите-ка. Я почему я не записывал, думаю, это сходу там получилось. Ой, посмотрели, как осуществляем. Так, у нас первая вершина, вторая, это третья, это четвертая. Это у нас это. Процесс. Так, вот мы скажем входящий К. Спуск он у нас сюда и без спуска К. Выпуск идет К минус К. Так, здесь подводит П. Тогда у него К минус К плюс П. Ну там минус. То есть я показываю, что это без разницы. Ну так, П разница. Вот я слегка минус. Так, дальше здесь он погодит будет как плюс К. Ну и на выходе будет как К. Так, значит, ну вот эти не записываем, да? Не надо, а вот эту записываем часть. Получается 3 функции Грина. Раз, два, три. Это взаимодействие. Но они не зависят от импульса. Так, а эти вот сохраняем вот именно с такой зависимостью. Потому что формально идет интегрирование. Так, так, по промежуточным всем этим импульсам. Так, здесь. Ну, то есть все, кроме К, интегрируется. Так, здесь формально делаем замену P минус К, поскольку К константа фиксирует, можно сделать. Так, здесь ничего не будет.
тот же самый аргумент. Здесь применяется P минус кубом. Так, а здесь будет P. Так. И дальше делаем замену на минус Q. Тоже это же можно применить, нет? То есть это же интегрирование просто. Замену такую делаем, формально новую переменную получается. Вот, вот, собственно, это вот и возникает. Так, и давайте эти все построим. Квадрат еще, да? Что? Ну, квадрат еще. Ну да, да, ну это так и остается. Так, то есть здесь надо было записывать вот это k плюс q, записывать вот этой линии. Этой линии надо было p плюс q записать. Все, а этой p. А вот линиям тут надо формально это бы соответствовало p минус q, f q. Так. Так, это у нас что? Минус. Минус крошечка. Так что, да. Да, то есть они сложившись бы, как компенсировал бы, был бы выпуск. Вот. А здесь минус. Ну здесь вот сюда. Когда вот сюда уходит. Так, и это у нас получается. Что меня смущает. Сейчас. Так, это у нас нормально. Да нет, вроде все нормально. Да. Так. Теперь нам надо, поскольку вот считать-то придется вот часть. То есть надо k-зависящую часть. Так, здесь вот это константа будет, так и интегрируем. То есть эта часть не подходит нам. Ну, я зачеркиваю в том смысле, что из нее это мы не выделим. Так? Вот. То же самое не подойдет. Вот эта часть подойдет. Здесь видите, k импульс как параметр. Оставляем. Так, вот это тоже число будет не подойдет, это будет число. Вот это даст k зависимость. Объединяем вклад.
будет третья диаграмма и шестая. Так, это будет, соответственно. Ну, здесь еще знак другой берется, тут вот из функции гнева, там, то есть мы сейчас, тот знак, который возникал, да, вот, для нас записывали минусу, мы давайте его из определения сильно выделим, то есть положительной частью минус. Так, сейчас. Здесь у нас, вот если в таком определении смотреть, то возникающий здесь минус, вот он объявляет вот это, то есть сигма берется с плюсом, то есть все как бы противоположным знаком этих диаграмм. Вот, то есть. А сигма просто с другим знаком. Да. Эти у нас, это они унаследовали, это почему так, это значит диаграммную технику унаследовали с другого примера, там, ну, как бы, да, где вот этой проблемы не возникало необходимости считать сигма. Вот, ну и вот диаграммы, когда записали соответствующие с этим, вот, заметили, что если сопоставлять, вот, выражением, то надо со знаком минус, да. Ну, грубо говоря, если бы мы формально считали функцию Грина, вот в лоб, это я просто не делал, как бы, да, вот записали бы такой ряд по теории возмещения, то чтобы здесь возникало бы как множитель перед квадратом функции Грина, ага, мы бы объявили сигма. Ну вот тогда были бы выражения со знаком минус, как бы. Так вот скажем. Так, то есть это не мухлёж, а это просто тут мы взяли, записали диаграммы, сопоставили выражение, пользуясь какими-то старыми правилами, значит, так, из другой, как бы, там, теории взятых, так, вот. Но вот если бы мы честно считали по теории возмущения парных функций, то сигнал шел бы с точностью до знака минус. Так, теперь что тут еще? Давайте обозначение все согласуем. Тут я еще. Так. Давайте мы заменим на Q. Так. А Q заменим на P. Так, дальше. Ну тут ничего не поменяется, да.
Тогда мы просто вот такое выражение, все. Все, и вот, собственно, это так. Страховое выражение для вычислений. Его запишу, чтобы потом просто сохранить. Может, я не педагогично действую в том смысле, что вот так вот надо аккуратно написать, там покинули размещение, все там. Но, как показывает практика, вот это в голове останется. А на самом деле самое трудное это умение вытягивать аналитику из этих расчетов. То есть, по большому-то счету, как бы, вот это все сопоставление аналитики диаграммам, это как раз. Можно самостоятельно это освоить. А вот умение вывести, как бы, да, до конца считать, тут тем же будет такого искусства проявляться. Чего в книжках не пишут, когда я можно. Так. Собственно, этим объясняется, что ну, фактически не используют хорошо, но пока как надо было. Так, ну давайте. Вот. Будем вытягивать k-зависимость из этого выражения. Так, сейчас перейдем вместо импульсного представления к координатному. У нас по определению. Тогда смотрите, здесь в правой части интеграл, который возникает. То есть минус k x3 остается, да? Так, и все. Так, и здесь будет интеграл. Так.
тебе больше никогда плохо. Смотрите, зависят от модуля. Помните, мы выводили модуль расстояния. Значит, остается здесь, скажем, одна координата dx, жим другое куб x, и скажем, их с третьим доставим, собственно. Так. То есть вот это выражение можно записать так. Мы с вами вычисляли, да? G нулевой x. 4 кири. Такое выражение у нас было. А, давай, ближе, да? То есть это вот. Квадрате, то есть это примерно c, функция видно становится вот такой. Дальше, чтобы он двинулся, мы разложим экспоненту величина, которая здесь возникнет. За счет того, что будем интегрировать, так, здесь по угловым переменам, вот будет идти от этого произведения как вклад. Так, понятно, что идет. Так, да. Сейчас скажу там, сколько у нас. 4 пространства. Четырех измерений считаю. Ну, D формально, D для радиуса. Все считается. Так. Так. Тут у нас. Вот это слагаемое выпадет, да?
Интегрительный полгода перемен, как идет, а это даст. Дальше надо скаф квадрат вставлять. Значит, выделяем. Это константа у нас как у тебя. Дальше подставляем вот это выражение. X квадрат кубик, значит, получается. Здесь сколько от модуля от интегрального умножения зависит, поэтому будет 8 и пополам. Так, подождите. 64 пи в шестой на площадь поверхности сферы 4 минут поставьте. Так. И здесь будет так стоять dx. X кубе, X четвертый, так, значит, здесь. Интересно, что мы делаем. Значит, это будет dx на x. В чем это заключается? Если x самая функция, вот так будет, да? Вот это пересечение функции нуля такой. Делаю такой стандартный прием. Йод нулевой лямбда x при большой лямбде заменяет эта функция. Ну, точность там неплохая, кстати. Там, скажем, даже проиграл, как если, скажем, истинный интеграл 0,32, то такая точность 0,29 даст. Ну, то есть там не. С ошибкой, конечно, даже первый знак, знаки просто ступеньки. Да. Вот.
Но тем не менее хватает надежных порядок. Это стандартный прием. Жена ждет немного всяких вещей. Это видно первый догадался. Итак, тогда получается, что вот этот интеграл будет, вот смотрите, значит, здесь единица минус, это будет, так, единица момента 0, понятно, будет, да? Потом не 0, да, но тут надо, чтобы выполнялось условие kx надо меньше единицы. То есть x, ну, ограничено во всяком случае единица на кадр, чтобы выполнялось условие применимости разложения. Когда здесь предел будет стоять единица на лямбда, единица на k, ну это там повернут высчитывается. Сигма у нас оказывается пропорциональным константу мы берем. Нам при логарифме k движение. Значит, надо минус u квадрате 16 на 2. N плюс единица. Вспоминаем, что из уравнения Дайсона, с одной стороны у нас это есть единица плюс, вот мы на эту штуку домножим, получается единица минус u квадрат 16 пи квадрат по первому пропорциональному. Так,
n пополам. С первого числа. Тот результат, если подставить. А с другой стороны, у нас вот эта вещь есть k 2 минус это. Поэтому получается k минус это. И если сравнить, то вот логистическая зависимость от k вот только значение будет содержаться. Собственно, это и дает отношение. Коэффициенты прописания, если ничего не прописывается. Да? Там у нас будет прописание, а здесь все равно. Ну, содержит. Да, содержит, так же написать. То есть, плюс что-то еще. Так. Так, это у нас... Так, все. Вот возникает вот этот результат. Вот этот результат лица не принадлежит. У него есть один только недостаток. В нем явно содержится зависимость от константы взаимодействия. То есть это зависит от того. И вот Вильсон предложил способ вычисления константы взаимодействия, это связав его с измерностью. Ну, тем самым завязав его с измерностью. Это как бы следующее вычисление. Так. Как? На следующей неделе будем смотреть? Да, мы сегодня на практике. Да, нет, вычисление столько же, вот как вот сейчас, так что это будет просто это. Давайте, давайте, давайте.